5 мая в Даугавпилской средней школе дизайна и искусств Саулас открылась путешествующая выставка архитектурного факультета Рижского технологического университета «Молодые архитекторы для Латвии». На ней представлены дипломные работы выпускников РТУ с 2015 по 2020 год, причем некоторые из них имеют прямое отношение к Латгальскому региону, в том числе проект Даугавпилского аэропорта. Ежегодно РТУ оканчивают от 30 до 40 архитекторов. Их дипломные работы нередко оказываются связаны со знаковыми объектами или потенциальными проектами в разных городах Латвии. В случае представленных на выставке работ это относится и к Латгалии. Здесь есть примеры, подразумевающие развитие объектов в Аглоне, Балве, Преле, Ливанах и Даугавпилсе. Например, проект Экуменического центра духовной культуры в Аглоне Виктора Зараковского и взгляд архитектора Кристапса Вестманиса на возможность создания в Даугавпилсе своего аэропорта. Согласно видению автора, воздушный узел мог бы стать как центром пассажирского, так и грузового авиасообщения, а также особым символом лоциков. В своем проекте архитектор предположил наличие школы малой авиации. Свою первую остановку выставка молодых архитекторов сделала именно в Даугавпилсе, после чего отправится в Цесис, Добеле, Лепу и Венспилс. Представители РТУ отметили то, что школа Саулас идеально подходит для таких экспозиций и обмена опытом в сфере образования, а также выразили надежду, что ситуация с COVID-19 улучшится, и увидеть выставку смогут также и горожане. Так уж сложилось, что, планируя остановки нашей выставки, первым местом оказался Даугавпилс, отремонтированная и обновленная школа Саулас. Это прекрасное место, где, кстати, на уровне учебных программ также занимаются вопросами обустройства среды. Поэтому это отличная возможность показать что-то от нас, поделиться опытом и одновременно актуализировать данное выставочное пространство. Я очень надеюсь, что в будущем в школу Саулас будут приходить не только ученики и учителя, но и простые жители, чтобы посмотреть на разные выставки, вдохновиться и почерпнуть новые идеи. Выставка «Молодые архитекторы для Латвии» пробудет в стенах школы Саулас до 6 июня. Руководство учебного учреждения надеется, что показать ее и другие экспозиции будет возможно во время ночи музеев 18 мая во внутреннем дворе школы. После этого она на какое-то время переместится в здание городского самоуправления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.